Всем привет, моя зеленая банда, с вами Флаттергрин, и я удосужился продолжить просмотр «Пони в нашем мире». Выйдет, сразу скажу, что я все еще разделяю по частям, то есть на вот этом вот, на 9 минутах 34 секундах мы закончили. Это, так скажем, вторая часть восьмого эпизода от меня. Восьмой эпизод, вторая часть. По сути, я буду разделять вот эту вот вторая часть, и выйдет еще одна часть, последняя, самая последняя по пони в нашем мире. Так что ждите. Я думаю, выйдет на выходных последний эпизод пони в нашем мире. Чтобы прям закрепить это все, я так вот пересказал вам. Что ж, давайте-ка начнем. Продолжим даже. Скажем так. Здравствуйте, с вами Батик Евгеников. И мы получаем сообщение о существе по имени Дискорд, что сеет хаос и разрушение по всему миру. И у нас много пострадавших. Мы взяли у них интервью, хотим поделиться с вами. Да, я очень расстроен, ну, потому что, понимаете? Я не знаю, что сказать, ребята. Это все вина Дискорда. Я был здесь, делал барбекю для себя, для семьи, СиДжея и друзей. Это, если что, одни из самых популярных только что были пони-деятелей в англоязычном Ютубе. Рейчест, я его даже реакции смотрел, а... Второй, не помню, чем он именно занимается, но я знаю, что его, типа, почтят как одного из популярных бронедеятелей. Мы записываем. Окей, значит, я просто тут сидел. И Little Shy. Между прочим, я был в шоке, когда я обогнал его по подписчикам. Мне на одном из стримов об этом сказали, когда это произошло. Я такой, лол, что? Давайте-ка чекну. Чекнул, у меня и вправду оказалось больше, чем у него подписчиков. Сидел в своей комнате, занимался своими делами, готовился к записи видео, и вдруг мой микрофон просто начал... О, святая Селеста, не опять! Лично мне нравится наш новый повелитель хаоса. Серьезно? Ну, конечно, что тут непонятного? К тому же он заберет у нас все, а я могу по ТВ, да? Гражданочка, мы в эфире! Ну, я попала! У меня был гриль, было жаркое, были бургеры, была курица, но я не смог не найти ни одного соуса барбекю ни в одном магазине. Вы представляете, каково это в наше-то время, а? О, моя жизнь разрушена. Моя жена ушла от меня. Моя собака сбежала. Я бездомный. Даже машина сломалась. О, блядь. Я в этом виноват, Дискорд? Какой Дискорд? Я так... Ой, лол. Я так понимаю, что будет куча интеграций различных пони-блогеров англоязычных в этот сериал. Слева погода, затем моя машина, а теперь даже с бананами гулять не могу. Ну, смотрите, я просто пришел сюда, в свой гараж, как я обычно делаю, но... Дискорд спер одну из моих гантелей! Только одну! И как мне по-вашему заниматься только одной гантелей, а? Флаг-улыбся. Так, можно мне шестую порцию Биг Макоба, большую колу? Сэр, подождите, вообще-то это интервью. Ась? Мы спрашиваем, как Дискорд повлиял на вашу повседневную жизнь. Что? У меня нет времени на эту байду, у меня перерыв 15 минут. Я? Простите, что? Это Дискорд? Погодите, какого хера? Почему он ест мороженое? Это же моё, мать, твое интервью. Ты снова человек? Так, ладно, хорошо. Чё? Я думаю, магия Дискорда перегружает чарёмкость реальности нашего измерения. Ну это же бессмысленно. Это не Кевин Харт и Ice Cube. Какого черта? Все хуже и хуже. Что-то происходит. Я не снимайте. Эй, братан, братишка. Джоуи.
Ты теперь диван? Надеюсь, что нет. Он опять вернулся туда. Ну вот, только не опять. Мы все здесь. Погодите, мы все здесь. Не могу поверить, что вляпался в это, чел. Это тупо, я к дереву привязан, у меня жопа чешется, снимите меня. Молчать! Какого черта? Это же было несколько дней назад, что происходит? Я тоже, я пойду первым. Я тоже всех тут торчу. Так что бери меня, давай, возьми меня. Почему это происходит? В этом нет смысла. Зачем я здесь? Надеюсь, тебе нравится КПТ Джоуи. Да что за ужас-то творится? Это Дискорд! Это Дискорд! Луна? Ты меня напугала! О, я так рад тебя видеть! О, боже мой! Это все неправда, это только сон! О. Вообще-то нет. Все это более чем реально. А. Что? Что это, Луна? Что происходит? Что это? А ты думаешь, почему я здесь? Ты, как и я, прекрасно знаешь, что это не сон, это видение. Да, я заметил, но... Дискорд! Она швырнула в меня свое заклятие. У меня были элементы гармонии. И оно попало в них. Луна, что в коробке? Книга! Новая книга. Она пропала. А что? А где книга? А, я, кажется, все понял. Он уничтожил книгу, да, Луна? Печально. Или нет? Подожди. Что все это значит? Два заклятия скрестили книгу? Я книга? У меня вообще есть книга? Это бред какой-то, я не понимаю. Нет, нет, знаешь что? Нет, нет и нет. Луна, это должен быть знак. Думаю, нам не нужна книга. Должен быть другой путь. Мы сможем остановить его. Вместе мы сила. Я слышу зов. Луна, иди уже, иди. Я должен предупредить парней. Я сделаю это. А пока иди и занимайся своими делами, а? Так. Просто улетел. Поехали. Че это сейчас было? Я был в мире духов, я видел Луну, у меня была книга, и у меня не было книги. Ты что, понял? Нет. Короче, мы не можем убить Дискорда, и нам скоро кранты, да? Нет, у меня есть книга. Когда Луна показала мне, что в коробке, нам не нужна книга, это я книга. Все очень запутано, прости, чувак. Что произошло, пока меня не было? Ну, я подумал, что стал диваном. Диваном? И разговаривал с ним минут 5, понял, что это бред, и обнаружил, что бананы могут стрелять пулями. Бананы могут стрелять пулями? Дискорд, здорово! Чувак, мы должны прекратить это! Сейчас! Это безумие должно прекратиться! Дружба больше не валерьянка! Магия! Валерьянка. Валерьянк? Ким Чен Ын хочет стать нашим другом! А, ё-моё! Ты только представь, как мы жмем друг другу руки! Да, и мы должны с ним сразиться сейчас! Так, смотри! Погоди, стой! Он в мире духов, или как там, мир, тот мир, в котором мы видели. И нам надо сразиться там с ним. Ты, я, мы должны попасть туда немедленно. А как мы туда попадем? Ну да.
Мы напишем очень грубое письмо, отправим, разозлим его, и он призовет нас к себе, где мы и ты поможешь нам его победить и закончить все это. Что ну это вообще было? У тебя маленькие руки. Да-да, маленькие как писюн. Я придумал. Дай. На этот мормунхер длиннее, чем у тебя. Да-да-да, он на мормунхер, да. Ты уродина. Да я. Надо закончить дело. Кью в Стартреке долбоёб. Вот это было жестко. Чувак, это же перебор. Да. У нас цивилизованное семейное шоу. Не стоило этого говорить. Не стоило этого писать. Возможно. И вообще, я написал слишком мало. Давай. Все, готово. Да, давай, отправляй. Эй, чё? Да, так. Ну-ка. Чуть-чуть. Так. Все. Попытка не пытка. Так. Теперь ждем. Ждать долго не пришлось. Ощущение. Никогда ранее не замечал. Так, давай. Нормально так. Окей, на этом, я думаю, и закончу. Все остальное пойдет на следующий эпизод. Сорян, честное слово, ребят, что я не полностью сделал реакцию. Типа, я все понимаю, просто учитывая, сколько я выкладываю в день контента, мне сложно смотреть ролики длиннее 10 минут. Ну, несколько роликов. Тем более полностью сам пони в нашем мире длится 32 минуты. Мы на 19 остановились. Так что да, запоминайте. 19:31. На вот этом вот числе мы закончили. Что ж, ждите. В конце недели будет финал сериала. И будем надеяться, что The Doctor Team все-таки выпустит переиздание. То есть новые пони в нашем мире. Только не пони в нашем мире, а как-то по-другому называется. Так что да. Ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока.